Здравствуйте, это рубрика «Мастер-класс». Для вас сегодня проведу ее я, Филиппова Екатерина, художник Дворца культуры «Юбилейный». Сегодня я расскажу вам, как из простых вещей сделать декор для праздничного стола. Ведь стол должен быть не только вкусным, но и красивым. Ни один праздник не обходится без салфеток. Так почему же нам не украсить их декоративными кольцами ручной работы? Кольца для салфеток могут быть различной тематики. Для детского праздника со сказочным героем, для новогоднего вечера с рождественской или новогодней тематикой, ну а для романтического ужина с живыми или искусственными цветами. Для работы нам понадобится основа из-под бумажных полотенец, линейка, карандаш, канцелярский нож, различные ленты. Ленты вы можете подобрать на свой вкус. Живые или искусственные цветы. Различные бусины, ножницы и горячий клей. Приступим. Берем линейку и отмеряем с края нашей основы 4 сантиметра по всему периметру. Теперь берем канцелярский нож и аккуратно отрезаем отмеренную часть. Включаем клей. Вот такая основа у нас получилась, и начинаем ее декорировать с помощью ленты и клея. Берем ленту. Фиксируем ее с помощью клея на нашей основе. И начинаем аккуратно обматывать все кольцо. Каждый раз закрепляя клеем, чтобы оно у нас не распалось. Ну и теперь начинаем формировать букетик из наших цветов. Цветы могут быть как искусственные, так и живые. Также закрепляем на горячий клей. Из более тонкой ленты сделаем бантик для нашего букета. Также крепим его на горячий клей. Ну и завершающие штрихи, несколько бусинок. Вот такой декор для сервировки нашего стола получился. Делайте ваш праздник красивым, хорошего вам настроения и до новых встреч!